Him I, Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы поделиться некоторыми местами Писания. Я верю, что они укреплят нашу веру и помогут нам по-новому и по-свежему посмотреть на Господа и на тот труд, который Он производит в нашей жизни. И я хотел бы прочитать Евангелие от Луки, 13 главу, с 18 по 21 стих. Это достаточно известные притчи Иешуа. Итак, там написано: «Он же сказал: чему подобно Царство Божие, и чему уподоблю Его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его. И еще сказал: чему уподоблю Царство Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все». Очень интересно. Иешуа говорит: «Я хочу открыть для вас природу царства». И он как бы выбирает слова, выбирает образы. Он говорит: «С чем бы я его мог сравнить?» Я могу его сравнить с очень-очень маленьким зерном. Его взяли, посадили в саду, и никто не видит, как оно растет. День проходит, месяц проходит. Появляются ростки, но оно слабенькое и как бы ничего не значащее до той поры, пока не вырастает дерево. И дальше он продолжает эти аналогии, и он говорит: «Царство также похоже на дрожжи, которые берет хозяйка». И, возможно, если вы видели, как выглядят дрожжи, когда готовится хлеб, это не что-то особенное. Их очень мало всыпают в муку, и они сразу же теряются во всей этой массе. Они перемешиваются с мукой, и кажется, что нет никакого от них прока. Но проходит время, и всходит тесто. И мы знаем, что для того, чтобы был вкусный хлеб, очень важно, чтобы были правильные, хорошие дрожжи. И эти аналогии учат нас определенным принципам. Божий труд очень часто начинается с вещей, которые совершенно ничего не значат в наших глазах. Они могут выглядеть убого, могут выглядеть как-то, ну, недостойно, что ли, великих дел. Но потом производится действие, производится изменение, которое становится явным для всех. Мы пришли с вами к Господу, и в этом есть благословение от Него. И бывают моменты, когда мы смотрим на свою жизнь, мы смотрим на свои поступки, на свои решения, на свое следование за Господом, и мы говорим: неужели мы можем вот что-то поменять в этом мире? Неужели я своими молитвами, тем, что я вот там одного человека привел к Господу, всего лишь одного или двух человек привел к Господу, неужели я могу изменить все? Вы знаете, друзья, я думаю, что да. Потому что Божья природа в этом, природа Его Царства. Он берет малое, ничего не значащее, Он берет то, что для людей кажется слабым, и, возможно, для людей кажется слабым, и вдыхает свою силу, дает некий внутренний компонент, некую внутреннюю силу, которая перерождает все вокруг вас. Мы являемся частью Божьего Царства. Мы уже имеем доступ в это царство, потому что Он поместил нас в Него, в Иешуа Мессии. Он сделал нас наследниками этого царства. И я хочу вам сказать, что придет день, придет момент, когда вы в полноте, как это могучее дерево, как этот большой, красивый, душистый хлеб, будете наслаждаться всей полнотой этого царства. Это произойдет в конце всего. Когда мы читаем книгу Откровения, мы видим царство не как маленькое зернышко, не как дрожжи, которые всыпаны в водоворот жизни, в водоворот муки, в водоворот людей, тех, которые не знают Господа. Мы видим торжествующее царство.
Мы видим силу, славу, мы видим Господа Превознесенного. Мы видим, что мир, он навсегда будет изменен и никогда не будет оставаться прежним, потому что труд Божий велик. Я ободряю вас не опускать руки, я ободряю вас держаться Божьих обетований, посмотреть на свою жизнь и сказать: «Я важен для Божьего Царства. Я маленький, но я вырасту. Я, может быть, сам по себе ничего не могу, но есть Бог, который меняет меня. Есть Бог, который способен использовать меня для своих великих целей. И я открыт быть используемым им». Да благословит вас Господь откликаться на Его призыв. Да благословит вас Господь держать свою голову прямо и быть благодарным за то, что Он уже произвел в вашей жизни. Да благословит вас Господь и сохранит. Да презрит Он на вас светлым лицем Своим. Да обратит Господь свое лицо на каждого из вас и дарует вам свой шалом. С миром Божьим, друзья! Будьте благословенны! Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки.